С нового года пенсии по старости будут проиндексированы на 7,5%, сообщает российская газета. Данные показатели превышают официальную инфляцию. Ранее правительство заявляло, что после запуска пенсионной реформы страховые пенсии неработающим пенсионерам будут повышать примерно на 1000 рублей ежегодно. К 2024 году средний размер пенсии должен достичь 20 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 2,4%. При этом среднегодовой размер социальной пенсии составит 9215 рублей.